кто такая Крейзи. Кровожадная демоница, жаждущая мести. Ее настоящая внешность предположительно была неизвестна. От ее тела осталась только голова с частью органов. Ее челюсть содержит большое количество зубов, а глаза налиты кровью. Когда-то у Крейзи был парень, но произошло нечто ужасное. Отец парня запер его в подвале, а сам ушел. Он избил Крейзи, а потом сжег ее тело так, что остались только голова с желудком и спинным мозгом. Изящная девушка превратилась в ужасающего призрака.